саженцы розы Полярис Роял относятся к морозоустойчивым сортам, которые на зиму можно не укрывать. Также эти растения обладают высокой устойчивостью перед вредителями и болезнями. Высаживают их на солнечные участки, защищенные от ветров. Почву для саженцев розы Полярис Роял дренируют. Время посадки – май или октябрь. Крупномеры розы Полярис Роял в высоту достигают от 200 до 350 см. Ширина кустика – до 200 см. Цветочки в диаметре до 13 см, имеют густомахровую структуру и кремово-белую окраску. Собираются они в пышные соцветия. Аромат тонкий, ненавязчивый. Роза плетистая Полярояль – это кустарники высотой 200-350 см с типом роста высокорослый, диаметром 150 см. Цветет растение в месяц июнь-июль-август-сентябрь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка кремово-белый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 12-13 см. Летом листва полуглянцевая темно-зеленая, осенью листва полуглянцевая темно-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу плетистую Полярояль создал Мейланд Франция. Годом создания растения считается 2005. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.